встретиться бы нам в марте. Ну или хотя бы в апреле. Ну или хотя бы молчанием, дыханием в трубку. Тише. Встретиться бы раскаянием и непременным прощением. Крепко обняв, с облегчением твоей прикоснуться души. Слышишь ведь там, сражаюсь я с признанием вины содеянной, жду тебя обезвреженной сильным поступком любви. Мне тебя очень хочется. Прямо сейчас. Немедленно. Встретиться бы своевременно, не растеряв наши дни. Встретиться бы сегодня. Ну, или хотя бы завтра. Дышу лишь тобой без остатка. Кричу, задыхаясь в себе. Мой человек. Ведь слышишь, что я задыхаюсь. Правда. Тебя мне немедленно надо. Крепким поступком.